Эту реконструкцию набережной Мацесты ждала более 20 лет. После стихийного бедствия в середине 90-х эта территория находилась в запустении. Тогда, напомню, бушевал смерч, и река вышла из берегов, затопив в том числе и здание бальнеологического курорта. И вот почти 20 лет спустя первая часть работ завершена. На набережной появился сквер, прогулочная зона, скамейки, велодорожка. Там теперь любят отдыхать местные жители, кто-то даже приходит с удочками. В дальнейшем будет благоустроена вся набережная. Контракт заключен в марте этого года, работы уже начаты. Расчистка идет полноценным этапом. Значит, уже работает несколько бригад на участке. Подрядчик работает в данный момент в графике. Окончание второй очереди реконструкции запланировано на следующий год. В Хостинском районе появится законченный объект – обновленная набережная реки Мацеста, которая соединит ванное здание бальнеологического комплекса и курортный проспект. Пациенты, которые принимают мацестинские процедуры, смогут прогуляться в тенистом сквере, а при желании и дойти до центра города по Теренкуру вдоль моря. В мае этого года в Адлерском районе на бульваре Надежд появится светомузыкальный фонтан. Его возводят согласно профильной муниципальной программе. Площадь видимой поверхности чаши фонтана составит более 350 квадратных метров. Ее диаметр – 21 метр. Наполняемость – более 168 кубометров воды. Там уже проложены все коммуникации, включая ливневую канализацию, а сама чаша фонтана облицована гранитом.